Ты хочешь, чтобы я продал тест-рил? Да. 003? Сливай за 003. Легаси, ты мне была как брат. Остановись, бэйби. Фу, 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 фу. Сливай за 003. Я продал. То есть я прямо сейчас хаплю скин за 50 кагалты? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И я надеюсь, вы заметили что-то странное. И это что-то странное, это... Всем здорово, ребят, с вами, как всегда, Нави Тренер. Кентуха, ты чего разорался? Ты чего разорался? Че такой радостный-то, а? Че у нас сегодня будет? Короче, ребят, прямо сегодня я доверяю свой аккаунт Нави Тренер. То есть я полностью ему его отдаю, и он делает всем все, что он захочет. То есть может продать ему нож, может продать все, что захочет, может продать новую коллекцию, может потратить всю мою голду, все, что он захочет. Дядя, ты готов? С этого момента я готов на все. Я увидел количество голды на твоем аккаунте. Уважаемые подписчики, люди добрые, пожалуйста, прожмите лайк, потому что, возможно, это последнее видео на этом канале. И подпишитесь на мой канал. Да, это, возможно, последнее видео на его канале, потому что я сегодня потрачу всю его голду и весь его инвентарь солю, потому что ему будет не на что снимать видео. Так, ладно, братик, давай так. Ты адекватный человек, правильно? То есть мы ничего продавать не будем, правильно? Ну смотри, твой любимый скин в стендофе. Брат, я вообще обожаю некромансер. Ой-ой-ой, нет, ты даже его не используешь, кому ты рассказал? О, нифига! Наклейки! А ну-ка, верни его, верни его. Не понял. Верни этот. Ну, кого вернуть? А ну-ка, зайди в инвентарь, покажи, что у тебя экипировано. Фильтр по экипировке. А, так я пойму, брат, это что за фильтр? Какая экипировка? Ты о чем, блядь? Назад. Ага. Вон, экипировано. Да, о. Вот. Во! Так, Брелок классный. Снимай брелок. Что? Ты знаешь, как он стоит? Снимай. Он стоит как квартира. Ты доверяешь мне полностью свой аккаунт. Ладно, мне не важно, что сколько снял, стоит. Снял. А, это тот дигл, который я тебе подарил? Походу. Зайди на рынок, брелки. Вот, видишь, медведя, чармик. Да. Че? Вот этот? Он же 1300 голды стоит. Да, вот его. Заходи. 1300! Заходи на него! Нет, ты не посмеешь. Я не посмею! Я не посмею! Это понимаешь? Он мне как сын, этот брелочек. Я не верю, что ты с ним что-то сделаешь. Сливай его за нами. Не, чувак, я тебе говорю, я тебе отомщу. Братик, что ты на меня так смотришь? Халявно голда надо? По-любому надо. Тогда мы вместе с Булдропом дарим тебе промик, который находится снизу, на халявную голду. Также у этих ребят прямо сейчас проходит ивент, в котором ты можешь менять дублоны совершенно бесплатно на топовый дроп. Потом, бро, я не знаю, что ты еще тут смотришь. Советую. Что ты мне сделаешь? Ну вот что ты мне сделаешь? Ну смотри, вначале приду. Ага. И чё? И ты как придёшь, так и уйдёт. Сливай его за 003. Я лох. Слушай, Китуха, я думаю, ты сам у себя, что ли, скин купил? Да не, мне кажется, это ты купил. Слышь? А какой у тебя ID? А ну скажи. Какой у тебя ID? У меня ID 777. Подожди. А ну 777. Подожди, 777-277. Дальше. 273. Да подожди, 777-277. Это сколько? 5 цифр должен? 333. Китоха, это не я. Да это ты. Да это не я. А ну скажи свой ID. Ну да это не я, отвечаю тебе. Ну ладно, брат, ну последний раз. Ну давай. Ладно, 800. Дальше. 18. Дальше. 362. А почему у тебя в инвентаре вообще в принципе диглы? Ты позвал меня. Ну мне, короче, сказали, что ты очень сильно любишь диглы. Я специально для тебя раз дигл, два дигл, три дигл. Я же прав? Ты чё, ты тупоголовый? Ладно, все, окей. Я доверен этому аккаунту на все 100%, да? Китуха, ты слишком любишь дигл, я смотрю. И время тебя наказать за это. Видишь? Desert Eagle и Kudza Star Trek. Конечно же, который я подарил, так. Но ничего страшного. А, то есть подарок отдарок, или как это? Нет, нет никакого отдарка. Нажимай продать. Как ты думаешь, какая цена будет? Не, ну хотя бы 1699, например. Да, нажимай продать. Продать. Пиши 0. Ты 0, хочешь, чтобы я продал тест-дрил? Да. 003? Сливай за 003.
сливать за 0.0. Опа! Кентуха лох купил за 0.01. Это вот так вот, да? Вот такой ты друг! Ты меня обманул, ладозрила кузи статрек. Ты меня обозвал. И ты после этого. Ты после этого хочешь. Играть сам с этим диглом. И всем говоришь, что не нравится дигл, но в тайне я всех играешь. Я осуждаю дигл. Я осуждаю дигл. Дигл для тупоголовых. Ты выключаешь свет, включаешь интернет, закрытый лобби и играешь с диглом. Я знаю тебя, да, да, да. Не было такого. Не было такого никогда. Заходи в инвентарь свой. Так, ну давай зашу. Я хочу глянуть, какие у тебя наклейки есть. Нет, слушай, наклейки у меня такие, ну, не самые богатые, не самые дешевые. Самые не сделаю. Ага, иду. А где дорогие наклейки? Я вижу там зомби! Где? Повыше. Ты что, ты реально хочешь зомби приклеить? Она стоит почти косарь! А давай приклеим. Знаешь куда? Ты же любишь дигл, да? Да как люблю? Я любил, пока его не продал. Тебе же придал. Применить, нажимай на зомби. Применить? Самый низ листай. Ты что, серьезно, ты хочешь на какую-то рарку приклеить? На камуанку! Вон, видишь, АКР Тайгер с тремя наклейками. Ты чего, четвертый сюда? Да, клей туда и сливай этот скин за 0.03. Ты серьезно? Да. Так это же наклейки стоит костарь голды. Вообще пофиг. Сегодня ты меня затроллил на голду, да? Затроллил. Теперь получай по возмездию. Я думал, ты мне как брат. Какой брат? Ты другом не был. Братом, что ли, стал? Мама спросит. Я даже ловить не буду. Сливай за 0.50. Ого, ну чисто так, знаешь, чисто так наварюсь еще. Ну что, уважаемые подписчики, кому-то из вас очень сильно повезет. Сюда. Кентуха, я, смотрю, ножей слишком много. Ну-ка, пролистай чуть пониже. В смысле, много ножей? Не-не, вон, вижу, керамбит голд. Ну ладно, мы керамбит голд пока оставим, не будем трогать. Конечно, оставим! Какой? Пока оставим. Твой любимый нож, помимо керголда. Брат, ну я очень обожаю Скорпион, Холидей и Фрост. Я с ним скинул, понимаешь, каждый Новый год играет. Скорпион, ты обожаешь, Скорпион. Посмотри, видишь, прям новогодняя раскраска, знаешь, такая, вот такой прям дух и атмосфера Нового года. Красава, заходи в инвентарь. Бабочка Легаси. Не понял. С этого я подруг не записываю. Так, ну и что лучше с ней заходи, сделать? Заходи на рынок. Заходи! Кентуха! Продать нажимай. Че, веселишься? С этого момента подробнее записываю. Я тебе рассказываю поподробнее. Сейчас ты нажимаешь. Введите цену. Вводи. 0.03. Я ставлю тебе вообще без одного скина. Брат, Легаси, ты мне была как брат. Так приятно тратить чужую голду, чужие скины. Вообще так. Ребят, прожмите лайки. Прожимайте лайки, кто любит тратить, знаете, голду ваших друзей, знакомых, там, одноклассников. Или, возможно, чужую голду. Там, знаете, вот это попал в прокачку, например, к Веле, да? И чисто Веле вашу голду потратила. Знакомого школьника развели. Кентуха! Да. Заходи на Arrival, покупай 5 штук. Сколько? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Вот, нажимай назад и покупай Furious Case. Furious Case, да, 500 голды. Подожди, 500, а ты же голды. 2 Furious Case, да, купил? Ну, 2, конечно, куда уже будешь? Сливай 1.00 за 0.03. Кого один? Furious Case? Furious Case, да, сливай за 0.03. А может его откроем хотя бы? Нет, сливай за 0.03. А, вот так вот, да, ты? Вот так вот ты чужой голдой распоряжаешься, да? Ну окей, давай. Да, ты еще не знаешь, что я для тебя подготовил. Ну давай, сливай за 0.03, сливай за 0.03. Это тебе будет не Это, так сказать, помощь всем малоимущим подписчикам. Кабачлина. А слушай, а я хотел 2 Furious Case открыть, я не знаю, зачем ты за 0.03 слил. Ты сейчас, заходи в инвентарь. Так, в инвентаре. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай начнем с трибл кейса. Давай, давай, хоть чего там и дешево начнем. Буст, давай буст на Джакамандо Флору. Да, лакшери у них. Флору, давай, сделали бустик. Давай, слушай, а если... Эскейп я открыть сразу. Смотри, если мне нож выпадет, мы же продавать не будем с 0.03? Ну, кто знает. Но дигл выпал, сразу продавай его за 0.03. Сразу же сливай. Ты слышишь такую информацию, что британские ученые доказали? Дигл не нравится только нубам галимым. Шутник, да? Видишь, у тебя перчатки в инвентаре? Ниже, листай. За твою шутку. Вижу. Какие твои любимые? Брат, мои любимые перчатки наши в шкафу лежат, еще мне еще не достал. Гловс геометрик. Ты нормальный, ты знаешь, что они стоят дороже, чем ты. Что они стоят еще раз? Они стоят очень дорого. Нажимай продать.
Кого продать? Перчатки? Так мне холодно будет зимой. Ты слышал? За такие шутки в зубах промежутки. Эх, я понял. 003, сливай. Сливай за 003. Лошара! Еще одна шутка про Дигл какая-то будет, там, про британских ученых. Еще одни перчатки у меня. Ты понимаешь, что этот Дигл может оказаться кое-где и сделать переворот? Я тоже переворот понимаешь, да? У тебя там еще перчатки были. Зади в инвентарь. Еще? Да. У тебя такой 4... Зади в инвентарь! Glows Burning Fist. Я конечно, все понимаю, но мы сейчас все чисто прототип. А тебе что, шутки твои понравились? Вот. Слышишь, я тебе скажу так, походу уже как-то, знаешь, уже как-то не смешно. Как-то уже видео пошло, вышло из-под контроля. Сливай за 003. Вот ты помер, за... дед Максим. Да и что осталось? Челебосик. Она просто. Это просто нечто нереальное. Ты помнишь, какой у меня был аркан? Это по нищий! Так. Открывай Rival Case, вон он снизу. Открывай. Вот это, да? Или снизу? Ну вот этот, да. Ну давай, да. Давай. Я просто. Открыл. Все, открыл. Ты искал, открыл. Блин, стыдов. Дай, пожалуйста, нож! Спасибо. Эмпаси на провод, любимый скин. Арет, никогда не покупай Rival Case. Снизу еще раз кейс открывают, который. Да, да, да. Смотри, если нападает аркана, ты все, ты меня отпускаешь, но больше ничего с аккаунтом не делаем. Согласен? У меня же столько людей, что с твоим аккаунтом делать, это пока что цветочки. Давай, открывай. P350 драли. Ну тоже неплохо. Открывай дальше. Ну ты понимаешь, мы только что потратили, вот на ровном месте, ну не знаю, ну 1015 голды, наверное. Ничего страшного, я думаю, по твоему карману это не ударило, учитывая, сколько у тебя голды на аккаунте. Ой-ой-ой, ты посмотришь. А что выпало еще раз? Повтори. Что выпало? Какой, как тебе скин? Понравился, который выпал? Да. А тебе? Я знаю, какой у тебя любимый скин. Заходи на рынок. Выбери Немелис коллекцию. Китуха! Из Немелис коллекции бери FNFAL лазер и сливай его за 003! Сразу же! Фу! Сливай за 003! Я продал! Какого ты выпадет? Не, чувак, это уже не смешно! Че, тебе нравится Дигл, да, когда тебе падает? Все, не нравится Дигл! Чувак, остановись! У меня уже ничего нет, и нищий! Так будет с каждым, кто будет играть с Диглом и любить Дигл. Вы, главное, не давайте мне свои аккаунты. Заходи в инвентарь. Не, я больше никогда в жизни ничего не буду доверять. А, ты не будешь мне ничего доверять? Макс, я буду шорму там подержать. Зайди на рынок. Что у тебя из Неймилис коллекции еще есть? Не, ну это прикольно, у тебя же ничего нет, я бомж. Я придумал кое-что, открой Furious Case, а потом я тебе скажу кое-что пожестче. Давай. Открывай, все. Какие керамбит еще упадет? Все, давай. Если сейчас упадет керамбит, ты... Ты отдаешь всю свою голову. Керамбит хлоп! Еще один Furious Case, еще один. Пожалуйста, Furious Case. По-братски, прошу. Керамбит Юнивер, ладно. Мама дорогая, М4 Pro. Твою налево. Rival Case, открывай и... То есть ты еще не успокоился после того, что ты сделал? Ты что, думаешь, я успокоюсь за шутки про Дигл? После того, что ты сделал, больше не называй меня Кент АПК. АПК. Не, и бот АПК. Смотри, если М7 оффроуд падает, то мы открываем чарм. Все, отлично, погнали. Что? Ты же знал, что он выпадет. Это префайр был. Я не знал, кентуха. А что открываем? Мне реально покупать? С рынка? По дешевке покупай. Нажимай открыть и сделай буст на самые голимы скины отсюда. На самые голимы. То есть, раз, два... Три, четыре, блин, ты понимаешь, мы потратили 1030 голды за видео, просто так, никуда. Какие 1030, мы уже 40 потратили. Это только начало, это мы самую малость уже потратили. Открывай. Смотри, даже арканы не прилетели. Стоять, прошу, нет. Смотри, чарм Крокет Бром, да? Ой, да. Метла упала, да? Слушай, китуха, как символично упала метла. Помнишь, ты 2 года назад делал буст метлы? Я тогда очень сильно потратился. И не окупился. Заходи на метлу. Сейчас ты мне отдашь всю ту голду, которую я потратил. Что? Во-первых, прям сейчас сливай мне ее за 003 за всю ту голду, то, что я сделал. Если ты думаешь, что это все. Если ты думаешь. Да. Создавай. Сливай, все, слил. Сливай. Ага. Теперь, кентуха. Теперь. Листай вниз. Куда вниз? Мы и так уже. Куда уже вниз? Вниз. Все, ну пролистал. Что? Еще? Вниз. Еще вниз. Куда еще вниз? Еще ниже? Еще ниже. Еще ниже? Самый низкий духа! Листай. Ты ж там выставил предмет на продажу за 50 тысяч 0.3. Так.
Ищи этот заказ. Ты реально хочешь, чтобы я купил за 50 тысяч голды? Это тебе за все. Ребят, прожимайте лайк. Руки трясутся, смотри, руки трясутся. Нет, стой, ладно, я пошутил, закрой. Фу. Это слишком жестко. А, смотри, стой, не выходи со скина, не выходи со скина. А, чтобы тебя немного пожалеть. Так, фух, я уже испугался. Как в магазинах, знаешь? Ага. 49999.99. Это существенно меняет дело. Да ты что? Это вообще меня дело, поэтому покупай, кентуха. Подожди, то есть... Если ты думаешь, я шучу, реально. То есть я прямо сейчас куплю скин за 50 кагалты? 50-ка! А что тебе не нравится-то? Кентуха, ты чё, помер? Ребят, это не фейк, 50 тысяч потратил просто. Кентуха, спасибо тебе за голду на контент. Просто ну я тебе сделал скидку в 4 голды. Это просто трындец. Уважаемые подписчики, я не знаю, если вы из этого видео не поставите лайк и не подпишитесь на мой канал. Я вообще не знаю, кто вы такой. 100 тысяч голды на видео потратил. Кто еще так тратит, кроме Терса? Ты понял то, что не надо. Шутить про дигл при Нави тренере. Ну и ладно, лайк ты заслуживаешь за то, что ты реально доверил мне свой аккаунт. Ребят, если вы наберете под этим видео у Кента АПК 35 тысяч лайков, я ему эту голду не верну. Если вы наберете 45 тысяч лайков, я ему верну. Ламборгини Хуракан подарите Нави тренеру, и он вернет. Слушай, у тебя осталось 100 тысяч голды еще, да? Ладно, мужики, я скажу так. Пацан сказал. Пацан сделал, лично ничего не говорил. Это про меня. Боже, не то. Пацан сказал. Пацан сделал. Это про меня. Слушай, кентуха, ты мне дал 50 тысяч голды и кучу ножей я там слышал. Ну, есть такое. Слушай, я вот вижу, ну реально ножей у тебя много. Давай вот Танто Перл Абуз ты сольешь за 003 подписчику, но который будет подписан на твой телеграм-канал. Мужики, я вам скажу только одно. Пацаны, за это видео, если вы еще не подписались на мой ютубчик, на мой телеграмчик, не поставили лайк, я не знаю, что вы тут делаете, ну почины. На мой ютубчик тоже можно, пожалуйста? Да, ссылочка на витринера тоже, конечно, будет в описании на этого говнюка. Вы посмотрите, что он сделал с моим аккаунтом. Я тупо нищий. Я еще управляю твоим аккаунтом, не забывай. Все, пацаны, просто кончить видео, все. Всех обнял, приподнял, сдачки, всем пока. Жду всех в теле.